Доброго утра и весеннего настроения желаю всем, кто просыпается вместе с телеканалом «Югра». Сегодня я хочу рассказать о фильме «Мстители. Финал». После того, как галактический тиран Танос уничтожил половину населения Земли, оставшаяся часть команды «Мстителей» никак не может прийти в себя и смириться с поражением. Совместными усилиями супергерои разрабатывают план, при удачном исходе которого землянам удастся избежать катастрофических последствий от действий злодея. Теперь «Мстители» не имеют права на ошибку и не могут позволить Таносу щелкнуть пальцами. Финал «Мстители» ждали, без преувеличения зрителей по всему миру. Причем, судя по успешной кассе, как никакой другой фильм. За первые дни проката лента установила несколько рекордов. Самое быстрое достижение сборов – 1 миллиард долларов в 5 дней. Самые большие сборы за уикенд в мире – 1,2 миллиарда долларов. Самые большие сборы в мире за уикенд для формата IMAX – 91,5 миллиона долларов. Самые большие сборы в мире за уикенд для формата 3D – 540 миллионов долларов. Кроме того, фильм обогнал «Титаник» и дышит в спину «Аватару», занимающему первую строчку в рейтинге самых кассовых проектов. Очень трудно рассказать о подобном проекте и избежать спойлеров. Поэтому лишь несколько слов о сюжете. Критики как зарубежных, так и российских изданий единогласно обвиняют режиссеров в излишней затянутости ленты и пишут примерно следующее. Добрую часть фильма занимают разговоры. Если вырезать всю ненужную болтовню, то получился бы замечательный полуторачасовой фантастический боевик. Кроме того, «Мстители» изжили себя как самостоятельный проект. Еще пару частей назад. А на продолжение франшизы зрители шли в кино скорее по инерции, чем из интереса. Сольный проект у студии Marvel в последнее время гораздо интереснее. Я в корне не согласен. В первую очередь хочу отметить, при бюджете в 400 миллионов долларов упор сделан отнюдь не на компьютерную графику и спецэффекты, хотя с ними, как обычно, полный порядок, а на взаимоотношения главных героев. Именно раскрытие персонажей, коего не хватало до этого, стоит во главе угла. И это, конечно, требует экранного времени. А тонкий юмор и по-доброму смешные шутки, отличительная черта всех проектов Marvel, не дают уйти фильму в сторону излишнего драматизма. По поводу актерского состава трудно что-либо сказать. Тут просто плеяда голливудских звезд первой величины. И, конечно, приятно видеть тех, кто так или иначе участвовал в предыдущих фильмах, связанных со вселенной «Мстителей». От себя добавлю, спасибо создателям за достойное завершение интересной истории. И в заключение несколько интересных фактов. Роберт Дауни-младший был единственным актером, который прочел сценарий всего фильма. Остальные актеры знали только о событиях, происходящих с их персонажами. «Мстители. Финал» — первый фильм вселенной Марвел со времен «Невероятного Халка», не включающий в себя сцены после финальных титров. Так что можно расходиться. А сейчас я предлагаю вам ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют в югорском кинопрокате. 8 мая — военная драма «Коридор бессмертия». Комедия «Отпетые мошенницы» и мультфильм «Маугли. Дикой планеты» 10 мая. Она готова. Мужчины нас вечно недооценивают, а мы этим искусно пользуемся. Да начнется битва! Она же это не серьезно, правда? Не волнуйся, милый, она никудышный стрелок. Неожиданный поворот. Отпетые мошенницы. Откройте новую планету. Привет! Ты кто? Вау! От создателей «Дозора джунглей». Когда родители прилетят, я проведу им самую крутую экскурсию по этой планете. Маугли дикой планеты. В кино с 10 мая. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы с 7 до 10 в социальных сетях. Всем приятного просмотра.